Здравствуйте, меня зовут Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Мы с друзьями отмечали рождение моей дочери. На следующий день я поехал на работу. Выпили мы немного, да и времени прошло уже достаточно. Меня остановили сотрудники ГИБДД и попросили продуть в трубку. Я был уверен, что все будет в порядке. Однако прибор показал 0,17 промилле. Я знаю, что допустимая норма содержания алкоголя – это 0,16. Неужели не будет учитываться погрешности прибора и незначительность нарушения? Ведь превышение составило всего 0,01. Согласно закону, показатель 16 сотых включает в себя все погрешности прибора, и превышение этой нормы влечет привлечение к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, даже если превышение составляет всего 0,01. Рекомендую построить защиту на незначительности нарушения и просить суд назначить наказание ниже низшего предела. Такой порядок закон допускает. Правда, судебная практика неутешительная и говорит не в пользу водителей, так что готовьтесь защищаться до конца, вплоть до Верховного суда Российской Федерации. Минимальное наказание, предусмотренное за такое нарушение, это штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на 1,5 года, даже если нарушение нормы было всего на 0,01. Если у вас возникли вопросы, звоните по телефону, который видите на экране, и хорошего вам дня!